Ахмед Мартанович, здравствуйте. Добро пожаловать еще раз в Армению, еще раз. Очень рад нашей встрече. Я бы хотел начать с того, чтобы поблагодарить вас за все эти 15 лет, ваш вклад в нашу дружбу, наших народов. Дружба, она по сути и в смысле конкретных результатов, она огромная. Спасибо вам большое. Наверное, мне следует еще поблагодарить вас за тот вклад, который вы имели в ООН за поддержку Республики Армения, не только Республики Армения, но и наших молодых дипломатов, которые там работали. Пожалуйста, передайте Владимиру Владимировичу мои самые-самые наилучшие пожелания. Мы ждем Владимира Владимировича в Армении еще раз, дай Бог, в следующем году. Так что наши отношения между Арменией и Российской Федерацией развиваются очень динамично. У меня есть свои оценки, естественно, у коллег тоже у вас свои оценки. Так что буду очень рад услышать ваше мнение. Сегодня мы уже имели возможность об этом подробно поговорить и с премьер-министром, и с министром иностранных дел. По-моему, мы на правильном пути, если можно так сказать. Отношения отличают преемственность, приверженность договоренностям, достигаемым на высшем и высоком уровне. И так и, наверное, мы будем продолжать, по крайней мере, сегодня договорились ровно об этом.